Завершает выпуск традиционный обзор главной городской газеты, о чем расскажут журналисты «Вечернего Мурманска». Узнаете прямо сейчас. Юные жители города предлагают создать велотрассу и площадку с уличными тренажерами, построить автодром с площадкой для изучения правил дорожного движения и даже небольшой ботанический сад. Творческими идеями ребята поделились с властями города. Что из этого вышло, об этом читатели узнают из свежего номера «Вечерки». «Вечерний Мурманск» публикует фото уникального снежного пирожного и напоминает о том, где можно бесплатно взять автовизитки. Пропала 13-летняя фигурантка дела об избиении школьницы в областном центре. Поиски девочки, замешанные в громком уголовном деле, продолжаются. Что случилось на самом деле, выясняли корреспонденты городской газеты. Столичный режиссер снимет короткометражки про любовь с участием мурманчан. Съемки начнутся на этой неделе в Териберке. Подробнее о том, кого из жителей заполярной столицы пригласят для съемок в кинолентах, когда короткометражки выйдут в свет и почему режиссерский выбор остановился на Мурманской области, читайте в свежем выпуске «Вечерки».